Всем привет! Выходные был на реке, которая долго не замерзает. В общем, порыбачил там, покидал, посверлил. В принципе, ловить можно, но река встала только по краям. Вот и я тут себе притаранил ратлина парочку. Это вот косодака ратлин, буду вместо балансиров пробовать. И вот такой вот от Lucky Strike. Вроде похуже. Ну, этот пластиковый и этот пластиковый, но этот с шариками, а этот просто такие вот. Этот, конечно, вообще красивый. Сегодня давно хочу на ратлины попробовать. В общем, балансир я на реке парочку оторвал, поводок оторвал, сейчас буду оснащать. Ну, кстати, на реке я разловился, я поймал щуку небольшую. То есть получается, вот первый лед в январе встал на реке у нас там в деревне. Река Киржач. И разловился. Кстати, хотел немножко рассказать еще о том, как я вяжу леску в зимних условиях. Если плетенку я делаю просто, делаю такую петлю и вот так вот просто в нахлыст, ну как бы стандартный узел, просто делаю его две штуки и все. И так я все лето ловлю на плетенку, никаких проблем, то с леской этот номер не пройдет, и на таком узле она сразу же порвется. Вот я пропустил в ушко, допустим, да, и в это же ушко обратно отправляю хвостик опять, оп, даю такую натяжечку, вот, вот у меня получается такая петля в ухе. И здесь как бы вот два хвостика, один основной и один хвостик. Я вот эту петлю поджимаю обратно, вот так вот. И что это нужно? Ну, я это делаю для того, чтобы у меня в ухе была двойная леска, не один, а два, то есть прочнее держится. И все, после этого я просто делаю вот этим хвостиком намотку. Да что ж ты будешь делать-то, собака дикая. Что тут у меня все? Вот. Делаем вот такие перехлесты. Петлю желательно держать, чтобы она не вращалась тут никуда лишний раз. Желательно вот эти вот накидочки накидывать друг за дружкой, вот эти петелечки. Вот, я делаю где-то, ну, петель 6, минимум 6,
максимум, наверное, 10. Вот, и все это дело вот так вот просто затягивается. Все, в этом месте, опа, у нас вот так все это обрывается, да? Перетянул просто. Так, еще разочек. Надо было послюнявить. Вообще леску надо слюнявить обязательно. Ее когда затягиваешь, она моментально перегревается в этом месте. Уже более-менее прочно. Надо на место вернуть петелечку. Ну вот она уже очень хорошо держит. В общем, слюнявить желательно. Ну как бы все, это у меня вот титановый поводок специальный, зимний такой, тонкий-тонкий. Он типа струны, но светлюшком. Что-то у меня тут подсъехал. Собственно, сегодня буду пробовать ратлина. Ратлин красота. Ну капец, ну все, ну начинается, все. Прям вообще бесит это всегда. 100 000 зацепов сразу же на ровном месте. Так, вот такие поводки, конечно, не очень мне нравятся, но они крепкие. Во всяком случае, щуку выдерживает. Вот такого плана. Еду попробую. Удочка, кстати, классная. Не пожалел я, что купил. Она дешевая, но очень мощная. Прям, ей можно прям выволакивать щуку на килограмм вообще легко. У меня еще такая есть вот цикада. Это тоже тип ратлинов. Из разряда ратлинов. Тоже интересная штука. Ничего на нее пока у меня ни разу не клевало. Но она с двойничками. Вот набор моих этих
балансиров, вот на вот этот нунеймовский балансир я поймал щука, вот на такой темненький, и у нее отвалился хвост. Понятно почему. Ну вот надо, в общем, сейчас будет клеить. И еще про акваловские балансиры. Вот акваловский балансир, на него я ничего не поймал. На них вообще не клевало пока. Но хвост у него уже отвалился. Так что вот. Аква меня, в общем, немножечко огорчила. Но в остальном как бы все вроде более-менее. Акваловские нормальные они. Надо, в общем, посушить все. Все надо посушить. Такие вот пироги. И вот такой вот ратлин я еще сегодня попробую. Вот он уже мордой вниз висит. Тоже, наверное, интересная вещь. Тоже красивый. А Strike Pro. В общем, вот Strike Pro и Косодак. Ну вот у него здесь груз прям чувствуется вот здесь. Все. Всем пока. Буду сегодня разлавливать чего-нибудь. Подписывайтесь на мой офигенный канал. Вы еще даже не догадываетесь, что он офигенный. А он именно такой. Зима наконец-то у нас пришла. Минус 14 сегодня. И лед везде. Это классно. Пока.